IT-технологии и бизнес-идеи будущего – вот главные приоритеты молодых предпринимателей. О том, как заработать на рынке интернет-услуг или самим выгодно разместить рекламу в ведущих порталах всемирной сети, рассказывали актюбинцам представители новой казахстанской бизнес-волны. Цель форума – это все-таки помощь молодым предпринимателям, улучшение их знаний, усовершенствование их знаний в тех или иных областях бизнеса. И, соответственно, здесь присутствуют спикеры из Академии имиджологии города Астаны. Я думаю, что все-таки сегодняшний день пройдет довольно-таки плодотворно для молодых предпринимателей. Как рассказали участники форума, подобные встречи позволяют создать уникальную площадку для обсуждения тем и приоритетных направлений предпринимательской деятельности, ознакомиться с инструментами господдержки. Так большая часть действующих предпринимателей для оптимизации своего бизнеса обращались к государственным и международным институтам за финансовой помощью. В 2014 году мы открылись впервые. Предоставляли услуги в сфере строительства, то есть производства, поставки строительных материалов. И в 2015 году, в конце 2015 года, мы обратились в фонд поддержки предпринимателей ДАМУ. Они проконсультировали, провели курсы, также провели консультации по финансовой поддержке. То есть, и мы получили через, благодаря фонду ДАМУ, через банк второго уровня, кредит, займ. Под очень выгодные условия. По словам организаторов, мероприятия проводятся в целях развития потенциала молодых предпринимателей. В рамках форума также будут проведены семинары, тренинги и мастер-классы для начинающих бизнесменов. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».